Парни, всем привет! Снова CSGO 500. Судя по прошлому ролику, по просмотрам, он вам понравился. Первая ставочка ставится. Сейчас вводим x2. Хорошо. И кайфуем. Сайт прикольный. Я там... Мне писали ВК, челики, говорят, типа, мог попробовать с парамика там дойти. Хотя бы долларов до 10-15. Ну... Значит, сейчас попробуем. Почему бы и нет? 10 долларов это примерно 1000, наверное, 15-16 монет. Я вам говорил уже про свой трейдбан. Закончу трейдбан, вывожу скинчик, мы его разыгрываем. Посмотрим, как это будет. Сайт, в принципе, прикольный. Краш хорошо сделан. Мне бы еще уровень опнуть, чтобы я мог в дуэли играть. У меня до сих пор нет уровня 22 тысячи. Нужно сейчас, короче, на краше в этой серии апнуть уровень до первого, как здесь нужно. И потом поставить на дуэль. Разочек хотя бы. Режим вроде как крутой. Играешь против пользователей, а не против сайта. То есть сайту, по идее, должно быть без разницы, кто выиграет. Поэтому это тоже плюс того режима. Так, нас сайт слил. Ставим тогда 1000 монет. Давай, сайт. Пожалуйста. Пожалуйста. Давай, побежали. Полетели. Хорошо. Давай. До x2 доходим, уверенно. Потом 2,5 я вывожу. Отлично. Хорошо. 7000. Монеточка у нас. CSGO Polygon. Приходи, побеждай на рулетке, твой приз миллион. CSGO Polygon. Выбирай свой режим и забирай реальный бэндрол. CSGO Polygon. Красный, черный, зеро, каков выбор не знает никто. CSGO Polygon. Ощути победу здесь, ведь для тебя это реально легко. Давайте сыграем колесе фортуны. Допустим. Так, тогда предлагаю поставить, допустим, 500 монет на черное и 200 монет на красный. Что-то мне слабо верится, что выпадет голд или синий. Было бы неплохо сейчас, конечно, словить черный. Потому что черный нам даст плюс 1000 монет на баланс, а красный всего плюс 600. Давай, братишка. Угу. Хорошо. Видимо. Вот, разлил. Ну, ладно. Хорошо, я пропустил, потому что тут я еще больше слил. Так что все не так уже плохо. Давайте поставим 1320 монет. До 5000 на балансе. Ставочки сейчас тут как раз небольшие. Я не думаю, что сайт сейчас будет снова крашить. Точнее, не так. Я надеюсь, что он не будет сейчас этого делать. Я не думаю, я просто надеюсь. Давай снова x2. Хорошо. Вот это и вот по красоте. По красоте, по таймингу. Именно вовремя. Красиво. Все как надо. Давайте 706. Потихонечку, помаленечку, методично. О, лол. Доги-доги выиграл 400 тысяч монет. Поставил на x50, получается. Красиво. Красиво. Хорошо. Красавчик парень. 1500. Хорошо. У нас пока что 8,5. А можно как-то посмотреть? Почему я не вижу, что выпало желтое? Хотя видно, что выпало желтое. Почему в истории нет желтого, хотя оно только что выпадало? Что это такое? Есть какой-то джекпот. Ага, вот есть типа шанс, что выпадет на джекпоте. Ой-ой-ой. Тут, короче, сложная система, нужно будет еще фолс не разобраться, все понять. Но мы пока что пойдем дальше. Все еще в краш. Потому что в данный момент времени нам доступен, по сути, только краш. Потому что... Я хочу поиграть в дуэль, но не могу.
Тут немножечко осталось. Нужно апнуть уровень. Первый. А ну-ка, мои crash bets. Ну, в принципе, неплохо так-то по статистике. В среднем, скажем так, я в плюсе. Но это, в принципе, видно, потому что я с 1000 монет, которые получил по ревке, я смог дойти до 9000 уже монет. Сейчас, кстати, может слить. Надеюсь, конечно, этого не сделает. 580, ладно, хуй с ним. Не хочу я выравнивать число, пусть будет 580, это вообще похуй. Не суть важно, скажем так. Сейчас может снова выдать. Снова может выдать 2 плюс. Ай, давай. X3 хотел словить, но, к сожалению, X3 он мне не выдал. Тогда давайте поставим просто 1000 монет. Закинем. Тут он 6 раз подряд выдал x1.5 плюс. Вот что страшно. x1.5 плюс — это всегда страшно, когда сайт так выдал столько раз подряд. Значит, это говорит о том, что он сейчас думает такой: ага. Челики, это видно, да? А нет. Это просто история крашей. Тут не видно сумму ставок, как на WTF скин же сделали, что видно. Кто сколько ставил, кто успел, на каком коэффициенте вывел. Здесь, к сожалению, этого не видно. Давай. До 10 тысяч уже дойти сейчас. Давай, 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 давай. Сделаю. Хорошо, 10 тысяч на балансе. По сути, это x10. Хорошо. Это, конечно, положительная линия, она меня немножечко пугает. Очень долго идет такой вот момент выдачи денег сайтом. Просто обычно это потом очень плохо заканчивается для пользователей. Давай x3. Отлично. x3 – это хорошо. 999 левел у него. Как они это делают? Сколько нужно играть, чтобы получить такой уровень? Я он до первого уровня дойти никак не могу. Хотя, ну, наверное, нужно просто намного больше ставить. Тогда ты будешь быстренько уровень поднимать. Может, еще раз x2 выдаст? Выдал. Круто. А x3 еще раз выдашь? Выдал. Ой-ой-ой-ой-ой. Как красиво. Хорошо. Так, есть тогда такая глупая идея, наверное. 206. До 10 тысяч ставим. И посмотрим. Просто сегодня нужно дойти до 15 тысяч монет на балансе. И вот в этот раз влетает 93 тысячи монет, а сайт такой: оу. Окей. Хорошо, мы слили. Тогда мы поставим снова эту же круче сумму. Ничего менять не буду. Та же сумма просто полетела и все. Ага. 1.25. Окей. Давайте тогда сделаем так: 2.894. Блять, уберись. Спасибо. Ох, 53 тысячи монет. Сейчас могу заруинить всем игру. Угу. Эти челики все как бы и заруинили. Зачем они это сделали? Они тупо заруинили мне игру. Тогда ставим все свои последние 5000. И, возможно, на этом прекрасное похождение по игре на сайте CSGO 500 оборвется. Так и есть. Парни, напишите, пожалуйста, в комменты, стоит депать на CSGO 500 и снимать дальше для вас видосики или нет. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и всем пока.